Проект «В поисках сокровищ» появился около 4-5 лет назад. Именно этот этап, который проходит осенью, он проходит для первокурсников. Проект сам из себя представляет спортивно-интеллектуальный квест. Нужно было собрать команду, придумать девиз, название, подать заявку в группе ВКонтакте. В этом году прям мы, наверное, побили рекорд, у нас команд стало на 10 больше. Обычно мы проводили на 20 команд, а в этом году получилось так, что 30 команд зарегистрировалось на проекте. У каждого факультета своя точка, и на каждой точке факультета рассказывается специфика и принцип работы самого факультета. Задания собой представляют элементы веревочного курса. То есть это задания на командообразование, на сплочение команд, которые проходить надо именно командой, то есть по одному не пройти. Мы оцениваем по трем критериям. Ну, самое основное – это выполнение задания, выполнили, не выполнили, или почти выполнили, но не хватило времени, там три разболовки есть. Оцениваем командную работу, как они взаимодействовали между собой, как они работали, в принципе. И оцениваем эмоциональное состояние команды, какие они пришли на нашу точку, заряженные, не заряженные или поникшие.